Фух, нагриндил, насобирал сет, чудовищно превозмогая, перепрошел миссии, которые до этого проходил всего-то год назад. Ладно, хоть это все бесплатно, а то бы Джонни Лей не это начал продавать. Кстати, а вот и я. Ты на канале Triple Vibe, и как же нам не поговорить об идущем ивенте Солнцестояния Героев? Читая комментарии, я не мог не заметить череду вечно недовольных, считая нужным откомментировать и высказать свою точку зрения. Прежде чем ты что-то напишешь, сообщаю, что о плохом я тоже упомянуть не забуду. Но начнем все же с хорошего. Итак, гринд. Нет, я не ошибся, начинаем с хорошего, гринд. Получи зеленый сет, набей сотни арбов, проведи с десяток часов за фармом мобов и матчей горнила, получи синий сет, проведи еще несколько часов в налетах, затерянных секторах и добудь 5 побед в горниле. Получи легендарки на 400 единиц, пойди в рейд, налеты и ищи боссов в секторах. И прокачай их до абсолюта. Именно так выглядят игры жанра ММО. То, за что ты так ненавидишь этот ивент, за это он многим нравится. Мэтры жанра, вроде World of Warcraft или, прости господи, линейки, конечно, с умилением смотрят на нытье игроков Destiny по поводу гринда, но сути не меняет, Destiny никогда им конкуренцию составлять и не собиралась. Если вы все еще не уловили, Destiny не про сюжетные миссии для одиночной игры, не про шутерок на вечерок, как ее многие называли. Это онлайновый шутер с сервис-механиками, своими недостатками, но основы механики вы игнорировать не можете. Нет времени, за месяц не убьешь полсотни игроков в горнило с ульты. Нет времени, за месяц не убьешь трали с гранаты. Нет времени. Не спешите, и хватит жаловаться, что ивент для задротов это даже близко не так. Задроты все выбьют за первые 2-3 дня, они чувствуют себя окей с этим, за них не стоит переживать. Потратить пару часов игры в день, и к концу ивента будет весь сет. Мне нравится, что для кора аудитории появилось много заданий, нас и по контрактам направляют, и сумрачные налеты проходить мотивируют, и к Калусу снова отправляют. Этого не хватало. Не о том ли, что все слишком быстро и легко получается, все ныли на старте, я в том числе. Сейчас все меняется, да, придется как-то с этим свыкаться. Уж лучше я что-то не успею получить или выполнить, чем расправлюсь со всеми заданиями и рубежами за один вечер и буду снова говорить про то, как в игре мало контента и нечего делать. Сеты брони тоже красивые, мне, кстати, больше всего понравился синий. Самое главное, что это по сути классическая крафт-система, из говна сделать легендарный шмот. Когда у нас такое было в Destiny? Почему этому никто не придает значения? Мало одного сета? Но если хочешь больше, 4 сентября будет еще больше такого. Но, как я и сказал, не без минусов. Во-первых, горнило. Я знаю, как его не любят некоторые игроки, знаю, как не умеют в него играть, знаю, что и учиться не хотят. Знаете, откуда я это знаю? Да потому что мне приходилось играть с ними в команде, и это невыносимо. Например, для своего синего сета нужно собрать было 5 побед. Плевое дело, подумал я, но не учел, что вместе с опытными игроками, которые знают, что в контроле нужно не только из пушки стрелять, но и точки захватывать, в горнилах хлынула волна игроков, которым оно нафиг не сдалось. И как только в моей команде попадались такие вот напарники, я был обречен. Как бы хорошо у меня не получалось играть, вытаскивать матчи получалось по одной победе в минут 40 час, это не очень, мягко говоря. От такого страдают все. Страдают любители PvP из-за неопытности союзников, страдают новички режима, потому что тупо не понимают, как от этого горнила можно получать хоть какой-то кайф. И нет, это не упрек игрокам, плохо стреляющим в PvP. Я вас сейчас хорошо понимаю, это упрек заданию. Можно было просто сделать задание на 100 убийств в горнила, или на 20 ассистов, или вроде того. Это бы увеличило некую текучку игроков, мотивировало бы и не заставляло нервничать при проигрыше в 5 очков. Второй минус как раз с перепрохождением старых миссий. На некоторых из них были такие изменения, но единственное изменение, которое запомнилось игрокам, это десятки малюсеньких сервиторов-прислужников, выпадающих из одного большого. Остальные миссии никак не врезаются в память.
Из первой миссии зачем-то вырезали самое интересное, старый горящий тауэр, хотя может быть это уже и придирка. Но мне бы хотелось больше какой-то персонализации истории с геройством, акцента на более интересных моментах судьбы стража. Локация, на которой нас ждала Икора, конечно красивая, но что это за место и для чего оно нужно, непонятно, почему на него потом вернуться снова не дают. Думаю, что встреть она нас в старом зале авангарда, мы бы визжали от восторга и запомнили бы этот ивент еще на один год вперед. Задания на разных классах не совсем сбалансированы. Мне, например, для прокачки зеленого сета на охотнике понадобилось часов 8-9, наверное, в то время как на варлоке большая часть заданий была готова уже через часа 3-4. Так или иначе, ивент хорош. Бесплатный и масштабный квест на крафт нового сета брони, мешок клевых мелочей у Тесс Эверис, возможность поднять уровень силы, еще один повод найти себе напарников, команду и наверстать те активности, которые были упущены в первом году. Я понимаю, что в комментариях снова развернутся баталии с ветряными мельницами. Одним будет все плохо, другие будут безуспешно доказывать о том, что игра встает на путь истинный. Одни будут лить грязь на разрабов, игру и на меня до кучи. Спасибо, конечно. Другие будут идеализировать даже недостатки. Так было всегда и никуда от этого не деться. Я читаю все комментарии, и хоть негатива бывает много, иногда вы пишете такое, что у меня шаблоны рвутся. Иногда кажется, что люди совершенно не играют в игру, но почему-то их тоже что-то в ней не устраивает. Хочется ответить, объяснить, но всем не объяснишь. Или может стоит записать видео с ответами на такие комментарии, или прочесть их и прокомментировать на стриме? Как думаете? Хотя прочти я даже каждый недовольный комментарий, на его место придут еще, даже не знаю. Ну а на сегодня на этом все. Спасибо за просмотр, не забудь подписаться на канал, тут любят Destiny, хвалят за дело и за дело ругают. Оставайся на связи, счастливо!